Здравствуйте. Это я вам писала. И хочу показать, как я храню. Некоторые я вообще не вытаскивала. Осталось тут. Прямо в упаковке. Некоторые я положила вот. Вложила она тоже на листы магнитные. Сделала здесь дыроколом. Поставила люверсы, чтобы для прочности. И эти листы магнитные, они как раз подходят по размеру вот этого файлика. Файлики эти закрываются, у них такие замочки есть. Вот. Мне одной рукой просто неудобно, я телефоном снимаю. Вот. Закрывается. На этих листах есть внутри карта. Это магнит, поэтому я не ставила там магнит. А так в основном у меня очень много накопилось ножей, сейчас они не помещаются сюда. Я планирую еще покупать магнитные эти файлики, да эти магнитные листы и файлики планирую покупать, чтобы все у меня поместилось. Но пока вот так. Я думаю, что ваши ножики тоже можно защитить каким-то образом, между ними вставить какие-то листы или пленку какую-то, такую более прочную. Можно даже тоже файлики такие сделать, в них отверстия. С помощью дырокола или при помощи чего-то там, я не знаю. Чтобы их сохранить. Такая тетрадь тоже на кольцах, они же продаются в канцелярских магазинах. Но ваша тетрадь тоже прилично выглядит и хорошо. Единственное, что можно между листьями, между листами ставить что-то, чтобы защитить ножи. Спасибо, что вы посмотрели. Я подписалась на ваш канал. Очень вдохновляет. И успехов вам в творчестве и дальше.